Мы сейчас проводим анализ состава тела спортсменов, проводим его с помощью биоимпедансного метода, который проводит через все тело определенный ток на определенных частотах и позволяет оценить, сколько в организме содержится жидкости, мышц, минералов и, в общем, проводит такой покомпонентный анализ состава тела. Появляются приборы, которые портативные, но при этом никак не меньше дают точность, чем более сложные, громоздкие. В принципе, очень, очень удобно и интересно проводить анализ состава тела. Желательно не кушает за 2-3-4 часа, наверное, за 3 часа, не пьет воду и, соответственно, просто 2-3 минуты стоит, ничего не делает. При этом прибор работает самостоятельно, и мы получаем результат уже в таком прекрасном листочке, где очень много информации, полезной для тренеров и для самого игрока. Можно корректировать план тренировок, акцентированно смотреть на то, из чего состоит, если мы смотрим конкретно этот прибор, из чего состоит тело, организм спортсмена, и, соответственно, можно делать какие-то корректировки в тренировочном плане, в питании, и, соответственно, будет добиваться более продуктивных тренировок и результатов.